Здравствуйте, уважаемые зрители. Вот прикупил еще несколько почтовых марок себе в коллекцию. Вскрыл конверт и хочу поделиться с вами содержимым. Значит, первое, то, что я получил, такая вот марка крупная, это 1972 год, авиапочтовая PA-27 по Иверу Ителье. Марка довольно редкая, выпущена к 200-летию открытия островов Крозе, металлография Пьера Бике, французские южные и антарктические территории. Мы видим, как, видите, закладывается бутылка с записью внутри. Вот на заднем плане пляшущие матросы. Ну, вот интересный такой сюжет. Сделан практически в один цвет. Матросы пляшут. На марке показан два парусника. Вот это маркиз де Кастри и Маскарин. Вот, конечно же, путешественник Марион Дюфрен, который открыл 6 островов Крозе. Вот, марка крупная, как я уже сказал, номинал 100 франков, каталожная стоимость 65 долларов США. Вот такая вот марка. В шикарнейшем состоянии. Теперь есть и у меня. Вот номер PA-70. Авиапочтовая металлография Клода Андреотта. Год 1981. Изображен пароход Антарес. Не такая редкая марка. Но мне она тоже нужна, так как я собираю всю хронологию. Марка номер 100 по Иверу Ителье. Тоже металлография Клода Андреотта. Вот, ну, теперь уже 1983 года изображен траулер Южный. Вот такое вот судно. Еще 83 год. Тоже авиапочтовая, уже вертикальная такая марка. Вот. Металлография Жака Готье изображает, значит, что это у нас? Нет, это у нас все-таки 84-й год, извините. Вот патрульный корабль Альбатрос на фоне карты с южными французскими островами. Вот. А 83-й год это... Вот такая вот интересная марка. Сейчас я ее возьму за поле. Вот видите. Здесь мы можем наблюдать собачьи упряжки. Сейчас это смотрится довольно дико. Значит, марка PA-74, 83 год, металлография Жака Готье. Дело в том, что с 1991 года завозить в Антарктиду любые виды неместных животных категорически запрещено. Вот. Ну, а видите, еще в 83-м там катались на собачьих упряжках. Так, какая вот голубенькая марка. Это 94-й год, Андре Лаверн, 13 каталожных долларов. Вот исследовательская станция на земле Адели. Вот. Дальше.
авиапочтовая марка, тоже такая довольно крупная. Такой стилистический рисунок. Это Жак Готье, гравер. Спутник Спот. Посвящена запуску спутника. Так, и такая вот прекрасная сцепка из двух марок с купоном посередине. Ну вот, это авиапочтовые ПА-40 и 41. 75-й год. Единственное, что единственные марки, которые вышли в 75-м году у французских южных антарктических территорий. Сюжет нам тоже очень интересен. Эта металлография Клода Хайли посвящена франко-советскому совместному проекту. Это исследование магнитосферы Земли. Франко-советский проект исследования магнитосферы. Каталожная стоимость $17 США. Тоже состояние очень хорошее. Я очень рад, что это у меня тоже есть. Ну, вот. Так, еще будет сцепочка из двух марок. Так, сейчас, секундочку, я для вас ее достану и возьму поудобнее. Вот такая вот, тоже довольно нечастая сцепка. С купоном, год 66-й, авиапочтовая, тоже металлография, Клод Дюренс. Вот, кстати, этот гравер является автором более 400 почтовых марок Франции, Камеруна, Монако, Андорры и других стран. Вот, а также банкнот в 200 и 500 франков. Сама сцепка посвящена запуску спутника А1. Вот, номер сцепки по Ивер-Ателье ПА-11А. Кому интересно, а кому интересно, то каталожная цена около $33 США. Вот, тоже в прекрасном состоянии получил. Вот несколько марок Аландских островов. Кто не знает, Аланды — это шведскоязычная автономия в составе Финляндии, где единственный государственный язык шведский, несмотря на то, что это финская территория в настоящее время. Я тоже собираю Аланды. Это уже более современные выпуски. Несколько марок финских серий. Финляндию я тоже собираю. Вот это старые марки середины 20 века серия. Вот в данном случае то, что я показываю. Красный крест. Тоже попались мне в очень хорошем состоянии. Еще одна серия с Красным крестом. Финская. Довольно недорого приобрел. Вот. Такой даже водолаз. Такая вот одиночка 56 года финская, до кучи. Вот, и даже вот такая вот серия Красный крест,
Это 30-й год, 1930-й. Маркам почти 100 лет. Довольно интересно. Пополнит хронологию Финляндии. Вот, а у меня на сегодня все. Спасибо за внимание. Я и вам желаю ярких коллекций и редких экземпляров. Будьте любознательны и до новых встреч!